Всем привет! Хочу, ребята, вам показать ростовский дворик. Конечно, не везде такие дворы, но вот на нашем пути через дом будет наш дом. Какой хороший двор! Люди, видимо, любят свой дом. Смотрите, розы, все ухожено, без всяких видеокамер. А дальше вообще для детей своих отделали. Как красиво. Прям идешь и приятно. Чужому пассажиру, приехавшему издалека. О, чистенько все, уютно. Сегодня какое? Как потрудились. Игрушки пошли в ход детские. Это уже из бутылок. Жираф. О, у нас такого нет. Я не видела такого. Молодцы, жители этого дома. Никто не плюет, не харкает, не рвет цветы. Молодцы. А вон наш дом, наш подъезд. Магазинчик. Продукты. 24 часа. И сразу наш подъезд. Детская площадка. Хорошо. И вот подъезд наш. Пойдем. Набрали, что хотели. Нашли еще фикс прайс на Талера. Мусорные баки. Все тут рядышком. Аптека. Прям в доме аптека, ребята. Хорошо. И вон мои ползут. И я пошла. До новых встреч. Иначе лифт уедет. Иду, догоняю вас. Консьержки нет. Идем за покупками. Задохнулись, пока поднялись на надземный переход. Пойдем в МВидео. У нас есть бонусы, баллы. Надо что-то купить из техники. Шум страшенный, ребят. Я не могу так. Ну, город красивый. Лично мне город нравится. Этот надземный переход продувается. Просто решетка. А у нас все сделано пластиком. Можно угореть. Все, друзья мои, побежала я за своими, тоже отстала. Привет, мои хорошие. Где мы только сегодня не кружились? Я похудела, наверное, на 15 килограмм за эти 3 дня. В ленте были людей перед школой. Но цены хорошие, мне понравились. У нас в Курске подороже, я такого мнения. Все, прям домой, а потом, если смогу, покажу вам. Хотя освещение дома плохое. До новых встреч, пока. Вкуснолюбов. Девочки, как хорошо не готовить. Взяли вкуснолюбов. 125 рублей. Блинный какой-то набор. Отличный. Картошечки сюда добавили. Будем кушать, потому что мотались целый день. Последние покупки совершали. Утюжок, фен. Ну, все, что ребенку необходимо. Все, теперь отдыхаем. Кольца купили. Пиво какое-то с папой решили себе позволить. А то в Ростове уже сколько дней, даже ни разу не обмыли это дело. А послезавтра уже уезжаем. Завтра уже не выпьешь. Все, мои дорогие. Вот наши новые чашки, доченьки, оставляем. Сейчас мы это дело отметим. Свет плохой, девчонки. Не сердитесь, потому что вот наша кухня. Уже кое-что убрали. Не знаю, получится ли ром-тур сделать. Ну, вот такая кухонька. Плита, холодильничек. Все хорошо. Для жизни все есть. Лишь бы училась, вела себя хорошо, достойно. И все будет хорошо. Единственное, что здесь, девчонки, вода. Вон Кубай стоит. Видно вам 5-литровка.
Воду, конечно, будем покупать или, может быть, большие баклажки заказывать. Вот так. Пока всем.